Они стоят на страже здоровья жителей Чувашии вот уже 55 лет. Одно из крупнейших медицинских учреждений республики, Центральная городская больница, отмечает свой юбилей. «Не навреди» – об этой важнейшей заповеди знают все сотрудники Центральной горбольницы, и вот уже более полувека ей следуют. Изначально медицинское учреждение обслуживало чебоксарских строителей. Со временем поликлиника стала медсанчастью и принимала как рабочих, так и горожан. И вот сейчас она превратилась в многопрофильный медицинский комплекс, в котором получить помощь могут более 70 тысяч человек. Основной упор сегодня в здравоохранении – это работа на профилактику. Мы создали паспорт здоровья, который сегодня получает каждая семья на нашем участке. Мы сегодня работаем над тем, чтобы наши пациенты больше уделяли внимание здоровому образу жизни. Врачи – те люди, которые стоят между человеком и болезнью, те, которые оказывают помощь практически круглосуточно, не жалея себя и своих сил. Самые преданные своему делу специалисты были удостоены почетных грамот и дипломов. Екатерина Григорьева работает в сфере здравоохранения более 26 лет. И сегодня она получила почетное звание «Заслуженный врач Чувашской республики». Я очень рада, я очень благодарна своей профессии. Всегда мы чувствуем поддержку нашего руководства, поддержку и своих пациентов, даже любовь пациентов. Это очень дает многое в жизни и в работе врача. Совсем скоро работать и лечиться станет удобнее. Отделение дневного стационара получит новый дом. На этом останавливаться не собираются. В планах масштабная реконструкция поликлиники, и этого события ждут с нетерпением. Благодаря интенсивному жилищному строительству в центральной части города, количество приписанных к больнице людей постоянно растет. И ее пропускную способность необходимо увеличить. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика.